обеспечивать интересы страны. Городская власть позволяет размещать у нас в городе рынок китайских продавцов с китайскими товарами. Тем самым челнинских предпринимателей изначально ставят неравные условия, так как себестоимость производства и иные издержки в Китае значительно ниже. Китайский рынок задавит не только предпринимателей нашего города, но и Нижнекамска, Елабуги, Мензелинска, Заинска и близлежащих сел и деревень.